Еженедельно сотрудники ГИБДД Ленинского района проводят разные профилактические рейды. В этот раз массовая проверка в рамках акции «Нетрезвый водитель» состоялась в городе Видное. Мероприятие, в первую очередь, оно направлено для того, чтобы напомнить водителям о категорическом запрете управления транспортным средством в состоянии опьянения. Значит, было задействовано у нас порядка 12 человек личного состава. Рейд проводился в несколько этапов – ранним утром и вечером в субботу и воскресенье. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, проверяли документы и по визуальным признакам оценивали их состояние. Здравствуйте, ГИБДД Ленинского района, ГИБДД полиции. Нарушил я? Нет, у нас проходит специальное мероприятие, направленное на выявление водителей в состоянии. Пожалуйста. А при наличии достаточных оснований некоторых водителей просили пройти проверку на трезвость. Многие автомобилисты, как и Андрей Васильков, отнеслись к работе сотрудников полиции с пониманием. Правильно, что проводят. Там уже так и надо, чтобы ловить пьяных на дорогу, чтобы не давили никого. Трезвый водитель должен быть трезвым водителем. В принципе, я трезвый, не боюсь, можно проверить. В ходе проведенного рейда сотрудникам ГИБДД удалось выявить несколько правонарушителей, находившихся в состоянии опьянения. Теперь пойманные нетрезвые водители будут обязаны понести предусмотренную административную ответственность. Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на от полутора до двух лет. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.